жертвы закрепили нас. Нарнари, Тававиле. Добро пожаловать в Баку. Миндагузе, Дагагра, Кириме, Виталамази. Ну что, дорогие друзья, добрый день. Спасибо, что вы все сегодня здесь. Спасибо, в первую очередь, Нане вам. Мы вас очень ждали. Буквально несколько дней назад мы были в Батуми и праздновали, если можно выразиться, день рождения нашего друга Губы Кикабидзе. И, знаете, на самом деле в нашей дружбе с Нани он тоже сыграл большую роль, потому что они вообще дружат очень много лет, больше, чем я с Бубой. Но я чуть-чуть моложе вас. И, вы знаете, мы все действительно его очень любим, очень по нему скучаем, помним. И обязательно у него тоже будет звезда на аллее славы в Сибризе, в Баку, дай бог. Это будет еще один повод, когда они приедут, может быть, уже не просто посетить, а может быть, еще и концерт подарить свой. Но об этом позже. Давайте еще раз поприветствуем Нане. Скажем ей спасибо вашими аплодисментами. Я думаю, что она скажет несколько слов. Любовь, уважение. И это победило. Любовь побеждает. Здесь всегда. Браво. И спасибо вам за такой тур. Да, Надя, это вы. Что я должна делать? Ничего. Просто на нее посмотрите, вы будете знать, что все ваши фанаты и поклонники вашего творчества всегда могут подойти, посмотреть на звезду. Сейчас мы еще посмотрим один сюрприз. Вот у нас здесь, на этой аллее, Надя, вот такие, первая звезда была заложена Энгельберду 21 июля. 25 июля это ваша звезда. Здесь небольшая. Красивая. Очень красивая. Небольшая история вашего творческого пути. Известная, я прочитаю с вашего разрешения на русском языке, известная грузинская певица, легенда советской эстрады. В ее репертуаре русские и цыганские романсы. Обрела популярность как солистка легендарного грузинского Виа Орера, в котором она проработала 15 лет, побывав более чем в 80 странах. В 1966 году к ансамблю присоединился Вахтанг Кикабидзе, который стал близким другом певицы. В 1983 году Нана Варигладзе была удостоена звания народной артистки СССР. Мы с большим удовольствием хотим предоставить возможность подписаться. Грузинском, конечно, отлично. Давайте еще раз окутаем эту диву прекрасную, потрясающую Фрейди вашими аплодисментами. И мы очень надеемся, что она будет очень часто гостем у нас в Баку, здесь в Сибризе. Мы ее всегда ждем и хотим услышать ее голос.